День добрых дел. Арина родилась и росла, как и все дети, но к 2 годам все вдруг изменилось. Из речи исчезли первые короткие слова, девочка перестала отзываться на свое имя, могла долго сидеть обездвиженно и протяжно тянуть лишь один звук. Аутизм, безвыходное горе, изоляция, растерянность. Невозможно представить, в какой реальности живет ребенок, что чувствует, о чем думает, что его беспокоит и что тревожит. Помню Аришу маленькую, говорит ее мама. Когда она спала, ладонь расслаблялась, наконец-то ее можно было взять за руку. Уходило все лишнее, беспокойство, эмоции, лицо разглаживалось и становилось просто лицом маленького ребенка. И я старалась запомнить это выражение, чтобы не забывать, каким оно может быть. Для родителей, кроме безусловной любви и принятия ребенком таким, какой он есть, важно дать ему хоть какую-то опору, показать, что жить не так уж страшно и сложно. Поэтому родители Арины обратились за помощью в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Здесь сначала меня адаптировали, а потом и Арине стало полегче, говорит ее мама. Арина любит воду в любом виде. В море, в стакане, дожде. Долгожданное чудо на даче – выбежать под ливень. Арина смеется, подставляет то живот, то спину. Капли барабанит, а ей радостно. Сейчас Арине 6 лет. В Центре «Дорогу и добра» она занимается уже 2 года. Ходит и в детский сад, привыкает быть в группе ровесников. Сначала девочка всех сторонилась. Сейчас уже спокойно сидит рядом с другими за общим столом. Мама работает в том же садике. Чтобы девочка не гонялась за ней, а была на занятии, маме иногда приходится и прятаться. Но все-таки они всегда находятся рядом. Арина не говорит, но на все живо откликается звуками. Она не любит прикосновения. Иногда кажется несобранной, но получив конкретное задание, бросается за дело. У Арины многое получается, но многому еще надо научиться. Без нашей помощи Арине и другим ребятам, которые приходят вместе с ней на занятия в центр, не справиться. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе мы соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Вместе мы изменим жизни особых детей к лучшему.